24 октября в ЦСУ «Нейтрино» прошло очередное собрание Совета руководителей предприятия города. В повестке дня стояло два вопроса. Первым докладчиком был глава администрации города Андрей Шубин. Он представил презентацию о ходе выполнения совместного социального проекта «Любимый город». Этот проект работает с весны 2017 года и направлен на решение проблем, связанных с благоустройством микрорайонов и ремонтом дорог. Андрей Николаевич рассказал, какие работы и в каком объеме уже выполнены. Доклад был подтвержден фотоотчетом. Вторым вопросом рассматривали план проведения общегородского экологического субботника, который состоится 1 ноября. Вся территория города поделена между предприятиями и организациями Десногорска. Намечена работа штаба, подготовлен инструмент и транспорт. Остается надеяться, что погода в очередной раз не испортит праздник.